Информационно-техническое направление обладает высоким потенциалом, обеспечивает достоверную, оперативную и актуальную информацию о деятельности института, развивает и внедряет новые информационные технологии, направленные на популяризацию информационных технологий среди студентов, руководителей ТЭН Нухова Марина. Клуб киберспортивных игр занимается проведением турниров по самым популярным компьютерным играм. Руководитель Павлов Виктор. Служба развития IT-проектов. Основной задачей службы является развитие и администрирование важнейших информационных ресурсов нашего института. Сайт, паблик, информер института нефти и газа, интерактивное расписание на плазме в холле, а также доступ в интернет посредством беспроводной сети Wi-Fi. Руководитель Кахтюрин Владислав. Подразделение технической поддержки компьютерных систем занимается проблемами, связанными с технической и программной частью компьютерной техники. Руководитель Котовщиков Вячеслав. Служба технического обеспечения мероприятий отвечает за звуковое и световое сопровождение массовых мероприятий Института нефти и газа посредством предоставления звукооператоров и светотехников. Руководитель Пожарков Никита. ОО «Медиагрупп» — информационная служба Института нефти и газа, включает в себя студенческий YouTube-канал, газету «Илтайм», студенческое радио, электронный ресурс Института нефти и газа. Цель — своевременное и качественное обеспечение актуальной информации. Руководитель Стрижак Андрей. Oil Times — первая студенческая газета Института нефти и газа. Деятельность газеты предназначена для информационного обеспечения Института нефти и газа Сибирского федерального университета достоверной и актуальной информации о мероприятиях и важнейших событиях университета. Руководитель Горбасенко Татьяна. Oil Times TV — студенческий YouTube-канал Института нефти и газа. Здесь вы можете ознакомиться с мероприятиями, проходящими в Сибирском федеральном университете, а также с видеороликами, сделанными нашими студентами. Руководитель Герасимов Никита. Студенческое радио «Гаши Радио» Института нефти и газа Сибирского федерального университета рассказывает последние новости, дает анонс мероприятий, повышает культурный уровень своих слушателей, используя для этого разные познавательные рубрики. Руководитель Михайлов Егор. Студенческое объединение дизайнеров. Цель создания данного направления – обеспечение качественным дизайном мероприятий института, а также обеспечение дизайном и версткой газеты «Oil Times» и прочего раздаточного материала, необходимого институту. Руководитель Магирамов Табриз. Студенческое объединение фотографов и видеооператоров занимается фотосъемкой самых интересных и ярких событий института, снимает видеорепортажи Oil Times TV и обеспечивает фотографиями институтскую газету Oil Times. Руководитель Попов Михаил. Подразделение видеомонтажа ответственное за своевременный и качественный выход репортажей канала Oil Times TV, а также новостей и видеороликов института и университета. Руководитель Шалауров Роман.